Вот у нас подоспела вторая часть. Значит, сейчас я выкраиваю по первым голубым, а не точнее цветоэлектрик брючкам, которые я уже покроила, вторые брючки. Мне немного не хватает. Задняя половинка полностью цельная. В принципе, там все то же самое. Выкраиваем по уже готовому нашему вот... По первым брюкам выкраиваем, по первым штанишкам. Здесь пояс специально загнут, потому что здесь будет резинка дотачиваться, и его нужно загнуть, так как там большой припуск. Здесь припуски по сантиметру, чуть шире штанишки на сантиметр. И сейчас покажу, где у нас не хватает, немного не хватило ткани на одну штанинку. Вот одна цельная полностью передняя, а вторая вот чуть-чуть не хватило. Сейчас я вырежу кусочек. В одинарный слой складываем ткань, это задняя часть, двойная, тоже цельная. Вот, в одинарный кусочек сложили, положили сверху то, что нужно вырезать. Вот, я сейчас его вырежу полностью, кроме как с самого верха, где линия притачивания. Оставили чуть-чуть удлинили, чтобы потом подкорректировать. И вот здесь намечаем, где у нас заканчивается наша часть штанишек. Вот, проводим линию обязательно, чтобы было все ровненько и красиво, и обязательно делаем запасик на 1 сантиметр. Когда мы стачаем эту часть, складываем ее лицо с лицом на машинке, стачиваем, обязательно предварительно обметать ее, и тогда мы уже выровняем две половинки, выровняем, если будет лишнее, снизу можно срезать. Вот так вот здесь сейчас стачиваем и обметываем. Точнее, вначале обметали, потом стачали. Вот так вот это выглядит уже в готовом. Мы стачали обметанные вот эти части и их разутюжили. Это когда штаны, брючки разобраны. И затем расстрочили. Как расстрочить, я покажу поближе, попозже. Вот, осталось здесь притащить резиночку, и низ остался также. Здесь у нас низ обметан. Обязательно не забудьте вот этот шов перед растрачиванием приутюжить хорошенько. Так, эти штанишки уже готовы, в принципе. Здесь вот такой вот поясок. А здесь у нас обметано тоже для резинки. Здесь резиночка будет. И буду очень благодарна за ваши лайки. И ваш лайк — это то же самое, что сказать спасибо. Либо можете писать комментарии. И обязательно подписывайтесь.